Отдам в добрые руки, но ненадолго. В молодежном центре НУР стартовала кампания по сбору теплых вещей, в рамках которой любой человек может сдать зимнюю или демисезонную одежду в пользу нуждающихся. Как откликнулись челнинцы на призыв поделиться ненужным, но хорошим? И сколько еще продлится акция «Подари тепло своей души»? Узнаем прямо сейчас. Эта добрая акция уже седьмой год помогает нуждающимся челнинцам совершенно безвозмездно получить теплые вещи в преддверии холодов. В городе немало семей, у которых нет возможности их купить, ведь зимняя одежда не из дешевых. И тут на выручку как раз приходит фиолетовый неон. Изначально мы собирали вещи, раздавали только в своем кабинете на двух столах. А сейчас, соответственно, масштаб организации пошел совсем другой. В прошлом году волонтерам удалось собрать около 8 тысяч вещей. В этом году челнинцы оказались не менее активны. С начала акции прошла всего неделя, однако уже собрано несколько десятков пакетов одежды. Эффективность не только в доступности вещей, но и в широком ассортименте. Здесь попадаются предметы гардероба самых разных фасонов и размеров. Есть из чего выбирать. Кроме того, имеется и детская одежда, и даже школьная форма. Многие вещи почти как новые или на самом деле новые. Как признаются организаторы из детской и молодежной творческой общественной организации «Фиолетовый неон», все это приносит в основном люди от 25 до 40 лет. За сутки набирается по 5-6 пакетов. За день наши волонтеры мы начинаем сортировать вещи на теплые, верхние, нижние, мужские, женские, сортируем по столам, подписываем, затем люди приходят, могут выбирают вещи под размер, что им нравится, и забирают. Забирать могут, ну, в каком количестве они унесут, сколько захотят. 14 октября станет заключительным днем сбора, а в последующие два дня волонтеры ждут тех, для кого все это и задумывалось. Себе или своим детям одежду они смогут подобрать в молодежном центре НУР 15 и 16 октября с 15 до 18 часов. Ландыш Капранов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.